интересный журналист, знаменитая украинская телеведущая Ольга Герасимюк сегодня в гостях у Соуфото. Проведем с ней интервью и подарим фотосессию. Итак, пойду ее встречу. Во-первых, мне нравится песня, она очень необычная, нестандартная. Вообще сам формат Duke Time – это не свойственный Украине формат коллектива. Вот, а эта песня, она в особенности отличается вообще от всего, что они делали до этого. И в корне отличается от того, что сейчас мы видим и слышим по радио, по телеку. Поэтому мне это интересно, приятно, и надеюсь, у нас все получится. Когда-то ты была молодой, и в сердце жила у кого-то, и где-то между тенью и светом ты песней пронёсся неспетой. Высоко летит для вас здесь, сейчас. Нота, мое сердце рвется. Открой двери просто, пусти в сердце просто. Скажи, дверь слышишь, она птицей словно кричит, что-то это мое сердце. Самая главная концепция этого клипа – это подтвердить музыкальный ряд, потому что, в первую очередь, главное то, что ребята делают в музыкальном плане, а видео – это как бы, ну, тот вспомогательный инструмент, при помощи которого я попытаюсь раскрыть для зрителя содержание, смысл, энергию песни. Сюжета нету, есть скорее энергетика, которая будет передана при помощи всевозможных спецэффектов в виде пиротехники и нереально красивой девушки, которая будет в кадре исполнять главную роль. Когда-то я тоже был нотой, и в сердце жил у кого-то, где-то между тенью и светом. Я песней, проявлю напетой, пусть высоко-высоко летит для вас. Здесь, сейчас.
впечатления рабочие, хорошие, легкие, потому что очень легко на 70-й площадке. Мне казалось, что будет сложнее, потому что все-таки мы... Это уже наш третий клип, и мы его снимаем с Владимиром Скуратовским, а мы знаем, что он уже был известный клипмейкер, поэтому думали, доля сложности то есть, будет присутствовать, а получилось наоборот, то есть пока с ним было легче всего. На самом деле мы давно хотели с Витей сделать клип, но по разным ситуациям не получалось. И вот, наконец, все сошлось, пазлы все сошлись. Нравится, что идет развитие, если первые клипы снимались, ну, без мощной такой аппаратуры, много народу, то чем дальше, тем увеличится количество народу. Нота, мое сердце рвется, открой ей просто, пусти сердце просто, скажи, Женя, слышишь, она птица словно, кричи, что-то это, мое сердце это, моя нота, нота, мое сердце рвется, открой ей просто, пусти в сердце просто, скажи, верю, слышишь, она птицей словно, кричи, что-то это, мое сердце это, моя нота. Отношение нота, ну тут такое все, каждый выдумывает свою историю в общем, кому что интересно, тот свое почерпнет оттуда. Тут и подразумевается и девушка, и любовь, и жизнь, и какие-то такие страстные такие вот чувства, и где-то отчасти, может, гнев такой вот показывается в этом всем, выражается в слове «нота». У Шаги, куда мы пришли, чтобы получить очередную порцию советов красоты. Людмила, я знаю, что Шаги всегда привозит какие-то новинки в Одессу и всегда работают с чем-то эксклюзивным. С какой косметикой работает ваш салон? Наш салон работает с восхитительной косметикой класса люкс, это Биологик Ришорж. Очень привилегированная и не очень доступна для каждого, потому что с ней работают единицы, и она требует индивидуального обучения. Потому что в этой косметике есть интересные нюансы, которые могут использовать только обученные профессионалы, в том числе это мы. И мы гордимся этим. Я единственная, кто из Одессы обучалась в Париже в головном институте красоты Biologic Ришорж у главного технолога Biologic Ришорж, который является технологом более 32 лет уже. Это восхитительный опыт, великолепные ощущения после этой косметики. Подскажите, пожалуйста, для чего выписывается рецепт красоты? Рецепт красоты выписывается для того, чтобы вы правильно использовали средства, приобретенные у косметолога и в домашнем уходе для пролонгирования процедуры. Потому что эта косметика, она сиюминутная. Вы вышли с процедуры, вы сразу видите хороший результат, стойкий, красивый. Но для того, чтобы закрепить эту процедуру, вам необходимо использовать определенные средства для в домашнем уходе, решающие определенную проблему. Для этого мы разработали рецепты красоты, на которых выписываем наши рекомендации по применению косметики в домашнем уходе. Скажите, в любой профессиональной косметике идеальным сочетанием является, конечно же, профессиональный уход и домашний уход. Скажите, какое сочетание предлагает Биологик? Как часто нужно делать профессиональные уходы, чтобы все-таки эффект был максимальный? Я считаю, что все зависит от проблемы клиента. Поэтому в среднем мы рекомендуем один раз в неделю. У них очень интересно в этой компании разработаны техники массажа эксклюзивные, запатентованные, для нанесения и введения более глубоко активных ингредиентов в данной косметике. Это абсолютно натуральное, без применения
поверхностно-активных веществ, отдушек и консервантов – это косметика. Поэтому и получается сиюминутный результат, то есть мгновенный. Есть ли в этой марке какой-то продукт, который можно порекомендовать всем, независимо от возраста, независимо от того, есть проблемы, нет проблем? Конечно. Изюминка Biologic Resource – это их эксклюзивный тоник. Он восхитительно улучшит рельеф кожи и может рекомендоваться в любом возрасте при различных проблемах, потому что он бывает в различных вариациях, и он подойдет любому, кто хочет выглядеть всегда красиво. Это касается и мужчин, и женщин? И мужчин, и женщин. И он абсолютно гипоаллергенен. И мы его всем рекомендуем в первую очередь, потому что без него, один раз попробовал, без него уже не можешь. И всех приглашаем в салон Шаги на приятную процедуру от косметики Biologic Resource. Компанию «Elim Украина», именно Одесса. Это компания занимается стабилизаторами напряжения, а также водонагревателями, ну и все необходимое для домашней техники. А чего вы ждете от этой выставки? Естественно, клиентов, для того, чтобы ну, можно было побольше узнать о нашей продукции, чтобы заинтересовать, по максимуму дать информацию. Если уже есть непосредственно люди, которые хотели бы воспользоваться продукцией, то мы бы были бы рады оказать ему такую услугу. Представляю компанию «Сервус», занимаемся строительством домов по канадской технологии. Это быстровозводимые, энергоэффективные дома. В Одессе за 2 года построили уже более 50 домов. Все заказчики довольны. Приглашаю в гости, с удовольствием показывают свои дома. Каждому заказчику предлагаем как бонус при окончании строительства садим на территории елку живую. Террасные системы из композитной доски. Доска уникальна тем, что она состоит из полимера и древесной муки. Не требует никакой обработки химической, не боится влаги, воды. Предназначена для открытых террас, пирсов, беседок и зон на открытом воздухе. Представляем металлоцентр «Видзев». Это николаевская фирма, которая занимается производством кровельных материалов, сеток различных, таких как рабица, сетка для кладки, для армирования, каннелированная, сварная для штукатурки и просечно-вытяжная. Yeah.
Выставка проходит 12-й раз. Это стабильное мероприятие, которое, в общем-то, несмотря на кризисы, которые потрясали нашу страну, набирает свои обороты. Компании каждый год предоставляют новые технологии, новое оборудование. Основная цель выставки – это внедрение этих технологий для энергоэффективности и энергообеспечения экономики нашего региона. Поэтому, в общем-то, здесь все мировые новинки, которые востребованы, особенно сейчас Украиной, они позволяют отходить от традиционных энергозатратных технологий и внедрять, в общем-то, все передовое, что, как правило, сейчас внедрено уже в мире. Сегодня здесь более 50 экспонентов из различных стран мира. Впервые компания Siemens привезла свои технологии, еще ряд. Компания Комоция, очень интересные разработки. Поэтому я думаю, что энергетикам одесских предприятий такое событие пропустить просто нельзя. В данном случае здесь представлено одно из самых больших направлений концерна Siemens. Это департамент промышленной автоматизации и технологий приводов. Это полный спектр оборудования для промышленных предприятий, начиная от датчиков движения и заканчивая комплексными системами автоматизациями. А на самом деле история Siemens в Украине очень большая, больше 160 лет. В следующем году будем отмечать юбилей 160-летней компании Siemens в Украине. И Харьков Энергоприбор производит приборы и установки для испытания диэлектриков жидких, твердых. Здесь представлены установки для испытания жидких диэлектриков на определение пробивного напряжения. В ручном режиме, это в автоматическом режиме. Есть приборы для испытания тангенса диэлектрических потерь жидких диэлектриков. Это Тангенс 3М. Также делаются измерительные ячейки, которые позволяют калибровать эти приборы. Займаємось виробництвом приладів самостійно, це в основному метрологічні прилади. А, ну, знову ж таки, от ви можете побачити рельсометр, на плакаті представлений, також є компаратори, магазини навантажень і подібне метрологічне обладнання. А, також от ви можете бачити картинку доволі цікавого нового обладнання тепловізора. От, дуже багато людей ним цікавляться, воно використовується для енергетичного аудиту, також для перевірки групи контактів, для теплового обстеження, знову ж таки, чи електричних підстанцій, чи щитових ліній. Материальное благополучие семьи определяет в дальнейшем наши возможности. Поэтому очень хорошо, когда присутствуют в квартире или офисе гармонизаторы, притягивающие деньги. Они нам всем нужны, мы им рады и готовы их получать. Одним из таких гармонизаторов считаются рыбки. Рыбки приносят деньги и богатство. Приносят благополучие, материальное благополучие. Такую рыбку можно разместить в юго-восточном секторе. И тогда материальное благополучие будет приходить к нам легко, радостно.
Якщо ти молодий і талановитий та мрієш стати актором театру та кіно, телерадіожурналістом, режисером чи оператором, стилістом, візажистом, фотографом, оволодіти риторикою та ораторським мистецтвом, тоді школа імені Віри Холодної чекає на тебе. Довідки за телефонами 33 95 66 33 95 52. Салон «Шаггі» представляє колекцію весільної та вечірньої моди для найважливіших подій у вашому житті. Випускний бал, весілля, день народження. У ці хвилюючі дні ви повинні виглядати королевою. Вечірня зачіска та макіяж стануть основою вашого блискучого образу. А манікюр, засмага та доглянута шкіра бездоганно доповнять його. Салон «Шаггі» – професійні кроки створення твого образу. Телефони 47-099 та 37-07-87. Бізнес-центр «Віда» представляє. Вона зробила себе сама. Вона зуміла перетворитися на впевнену та успішну жінку. Ірина Хакамада знову в Одесі. Як поєднувати кар'єру і сім'ю? Як почати нове життя в будь-якому віці? Як знайти чоловіка-партнера? Та багато інших жіночих запитань у семінарі «Драйв, кайф і кар'єра». 8 листопада, 19.00. Банкетний дім «Ренесанс». Розміщує Віла Вінеція. Довідки та замовлення квитків 738-03-21. Філе сезону в колекції українських дизайнерів. Одеса Fashion Day. 6-7 октября, арт-центр Карабчинського.